Так, сейчас. Барса вырулит по-любому. Фиг! Ой-о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 й! Опасно! Да фига вы падаете! А чем еще остается? And he belts it. Я думал, ты опять пропустишь такой мяч. Это был простой удар, так скажем. He did well to gain possession, but he could lose it. Так, хлеб идет. Ни хрена он бегает быстро. Да блин, че ты толкаешься? Нечестная тактика. Как он сквозь него подкат сделал? Чё-то я не понял. Похоже, пенальти. Какой пенальти? Какой нахрен пенальти, чувак? Ты промазал. Пенальти, блин, ему подавай. Мне там подножку сделал после этого. Тебе показалось, я даже подножки не сделал. Что это было? А, выносливость надо менять. Here they come again. Как это? Ой, хоть не угловой, то хорошо. Молодец, чувак, аплодирую. Он спас тебя, ты даже его не знаешь его имени. Офсайд еще нахрен! Сейчас, секунду. Вот видишь, я хожу и говорю, что ты лох. Нет! Нет! Стоило сказать мне, что ты лох, ты сразу. Ты меня сглазил. Самое главное, об штангу красиво так отлетело. Все, все, буду теперь говорить, ты лох, и ты встрянешь. Вот такой я хожу, и ты лох тут, видишь? Видишь, ты лох? Динамик! Да, лох! Вот, видишь, такой я бегу, и ты лох такой, видишь? Бадрина! Видишь, я такой бегу, ты лох. И угловой. Вот видишь, я бегу такой, и угловой уже. А вот я тут уже, вот видишь, я бью, и такой гол сейчас будет. Нет, не будет. Что там произошло? Что это? Вот видишь, я такой бегу и уже третий раз подряд отбираю у тебя мяч. Фиг. Вот видишь, я тебе фуру дал сейчас. Оп, оп. Нет, ты мне фуру не давал. Не ври. Вот это было нечестно. Вот видишь, как что бывает, когда тебе фуру не дают. А вот ты подножку поставил! Подножка! Нет! Успел! Молодец! Води! Ой. Вот видишь, какой ты лох, и ты даже мяч еще упустил. Вот видишь, какой ты лох, он тебе упал даже. Потому что я его уронил. Вот видишь, я лох, и вот ты точно лох, и я пришел добил. Он дубль сделал, чувак. Хенри, два гола опять. Это Анри! Я не увидел просто кто. Пропускай давай. Я пропустил. Вот видишь, какой ты лох, а? Сейчас из тебя сделаю лоха, смотри, учись. Ну так, значит, что-то серьезное решил против меня затеять. Но ничего не вид, не выйдет. Окей, все. Так, замен, замен. Сколько замен? Одна замена. Вот видишь, я такой иду, а ты отдаешь мне мяч. Вот видишь, я такой бегу, а ты ничего не можешь сделать. Хопа, учись!
Подвижишь, я такое дыл, отбираю тебя уже почти отобрал мяч. Подвижишь, ты промазал. Это он психанул. Я пытался навесить, переборщил. О, какой красивый видок. Так, ну не время любоваться. Ой-ой-ой-ой! Вот видишь, я такой бегу и отбираю у тебя мяч. Прямо из-под носа. Вот видишь, я такой бегу и эту такой бежит. Папа, учись! Вот видишь, я такой заметировал подножку. Упал, сымитировал подножку, вообще, да, вряли. Учись! Вот видишь, я такой тебе мяч подарил. А теперь я сейчас его возьму, так вот отберу. Вот фихте, смотри. Оооо, вот это был красивый удар! О, видишь, и так ох и промазал. Нет, он не лох. Я любитель овсяных хлопьев, признаю. Удар был красивым, но то ох. Сам любитель овсянок. Я не люблю овсянку. Вот видишь, такой хлеб бежит. Давай, гонись за своим куском хлеба. Иначе ты не получишь $1 000 000. Это было близко. Да, но не, я тебя не сдам. Третий гол не дам забить. А если забью, ты мне должен будешь 100 рублей тогда. Не, у меня нет 100 рублей. Найдешь. Хоп, хоп. Что за херня? Дважды, трижды. Какие все стоят? Задолбалось нам уже, знаешь, ты вообще не придывал, тут мы не знаем, что тут творится. Вот да видишь, оп, оп, и тебя отобрал. Вот Анри уже бежит. Оп, 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 и ты свалился. Все от моей мощи. Вот тебе, чтоб ты там получил травму. Хрен тебе, обломись, никакой травмы нет. Вот видишь, такой Хави бежит уже. Вот это было красиво! Воу! Как это там перескочил? Уличная магия! Вот это как! Это было близко! Гол! Я говорю, что не забью! Я не... Опять он! Серия, да? Уже все хитрик! Видишь, а ты говоришь... Барса лохи. Кто лох тут? Мадрот лох. Я тебя забил в первом тайме. Это я просто тебе фору дал. Уже 3-1, а потихонечку уже матч подходит к концу. И мы сделали затишье аж на целых 5 секунд. Да-да-да. Так, кто у меня там устал? У меня что, все такие выносливые? А не, Андрей уже больше всех устал. Ну, тот как хитрик сделал. Так, ну я тебя оставлю, чувак. Как с этими нотами? Да мне некого, в принципе, заменять, все хорошие. Так, ну почти так, надо поставить Месси на поле. ДМФ, блин. Фиг найдешь, нормально. Что-то какой-то тут Месси слабый среди остальных. Ладно, оставлю этот матч без Месси. Тебе повезло, я не поставил великого Месси. Нечестно! Вон, видишь, на фоне говорят, ты лох, ты лох. А вот вот так я взял и отнял у тебя мяч. Ну вот я тебе фуру, короче, подарил. Не, спасибо. Что творится? Вот тебе как надо, че! Я тебе фуру, короче, подарил тогда. Не верю, я мячик его унес, пока! Короче, считай, я тебе фору подарил. Но это обычные матчи 3-2 бывают у Барса Реала, так что нормально. Сейчас тебе будет 3-3. Уже времени осталось почти. Не успеешь.
Этот лох даже аж свалиться успел. Ну! Вратаря переключить случайно. Вот это было близко. Блин, я мог забить гол, но я тебе опять фору подарю. Не ври! Вот больше... смотри, вот видишь, я вот так вот бью мячик, и ты ничего не можешь сделать. Да-да-да. Я мячик взял, забрал. Я вот тебе подарил, короче, на память. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче! Так, 2 минуты. Короче, это 3-2. Он как орут на трибунах. Я думал забил! Нет! 3-2! Ну все, кто лох тут? Сам лох! Ты будешь еще или как? Да, ну я смогу еще один матч. Так, давай тогда играть другой матч. Значит. Окей. И музыка рок заиграла, так. Ну будем смотреть повторчики охуенно. Сейчас меню прогрузится, потом.